Сейчас, ребят, покажу вам, как я ставлю петлю на рябчика. Вот я березку срубил небольшую. Сейчас вот здесь вот поставлю петлю. Здесь рябчики все время трутся. Но сейчас еще до заморозка долго, поэтому не думаю, что что-то будет. Но ее как? Ее поставил, потом убери, затяни немножко. И все. И она будет служить не один год. Это убирается, чтобы не мешало ходить рябчику. Не внесет. Так, чтобы ему был проход. Вот. Здесь я ее поставлю. Петелечку. И все. Я еще взял проволочку. Гвоздиком брал, но не будем гвоздик использовать. Прикручу проволочкой. Как говорит, ты, говорит, мне прихвати немножко до гаража доехать. Я там проволочкой прикручу. Вот то же самое. Проволочка вещь. Сейчас нигде не найдешь проволочки-то. Все. Больно яркая. Беленькую поставим. Беленькая не спутаем. Думаю, сегодня петельки две поставлю. И все будет нормально. Сейчас, чтобы ничего ему не мешало. Раз. Он спокойненько ходит. Нормально. Так, теперь берем такую проволочку. Это еще Андрюха Ружбан у меня заготавливал. Все, у него никак руки не доходили. Сейчас я сделаю то, что нужно, как говорится. Рябинка. Вот так вот, где-то на 150, в радиусе 150, сейчас я ее поплотнее привяжу. Что-то слабовато, мне кажется. О! Все, огонь, огонь. Сейчас я потом поближе покажу, полный обзорчик сделаю. Думаю, сейчас видно. Вот она петлей. Вот она так стоит. Потом берется проволочка тоненькая. Это вот сама и есть петля, на которую
будем ловить, в которую он, как говорится, задавливается. Да, пассатижи уже старенькие. Немножко. Вот теперь делается петелька. Просто петелечка. Ничего тут сложного. Маленькая обыкновенная петля, чтобы задавливала. Проволочка мягенькая. Все тут ничего такого, как говорится, сложного. Нет. Все обыкновенно. Делаю петлю кверху. Она должна быть в радиусе миллиметров 8-7, меньше, чем основная. Вот сюда. И прикручиваю кверху этой петельки. Так вот будет ходить туда-сюда. Здесь я сейчас повешу ягодку на эту же проволочку. Да. Сатишки уже староваты, ушатаны. Сейчас будем насаживать рябинку. Горсточку, наверное, вешать не надо. Кто ягодки накалывает. Я думаю, замануху сделать. Может, горсточку повесить? Как считаете? Он теоретически-то до нее добраться не успеет. Я так думаю. Полазит, полазит, да попадется. Единственное, что у нас времени мало. Вот. И он будет ходить за ней. Здесь сильно не запутываю. Можно еще добавить. Чего жалеть? Быстрее увидит, как говорится. Поклюет не жалко. Я в этом сомневаюсь. Вот так. Ну кто-то так вешает. Ну, заходит и так. Все будет нормально. Вот, петля установлена. Сейчас я вам покажу все это дело поближе. Ну вот так она выглядит. Видите? Он сюда заходит. Или отсюда сюда заходит. Ему надо же все принюхать здесь. Обсмотреть ягодку. Еще рано. Вот первые заморозки. С утра солнечная погода, заморозок. Вот это будет уже результат. Здесь рябчиков я частенько колотил. С той стороны обходил. Они тут выводками. Сейчас пока вот одиночных только встречали. Что-то чирикнут и толком нет. Обычно, если выводок, то там уже слышно, что они разлетелись по сторонам. И собачка. Вон собачка бегала, только маленьких гоняла. Тимошка мой, охотничек. Так что такие вот. Сейчас я продолжу. День вторую поставлю. Здесь я использую гвоздик. Потому что дерево крупная.
все, никуда оно не денется. Можно контрольный. Гвоздик останется. И здесь. Думаю, послужит ни одному мне. Также отрезаю. Все то же самое. Как бы ничего там нового не будет. Процесс интересный. Дело не хлопотное. Установил. Потом ее только по уходу затягивать. Не оставлять. Такой вот оборотик. Она как бы не крутится, но как говорится, страховка есть страховка. Больно яркая проволочка. Не думаю. Не думаю я. Просто уйдет. Вот, получилось. Как-то так. Стоит, стоит. Также петелечку делаем. Очередную. Не думаю, конечно, что за один день попадется. Заморозков нету. Но вообще вещь реальная. Потом, уходя, просто петельку наверх поднял, туда выше, ягодки убрал, пусть стоит. На следующий год петельку опустил, новые ягодки повесил, и работа проделана не зря. Вот одна петелька. Вот вторая. Хорошо видно. Видите? И все. Парни, оставил ружьишко, где срубал. Такой, оп, вообще-то, пока дел засуетился. Смотрю, Тимошка лег около ружьица и не уходит. Знает, что это папа не оставит без присмотра. Молодец. Мерзнет он, подшерстка у него нет. Жалко мне его. Но времени мало, ему приходится целый день на ногах, и он с нами. Один в избе не остается. Ладно. У каждого своя судьба. Он сам меня нашел.